Друзья, всем доброго дня. Вы наверняка сталкивались вот с такой вот ситуацией, то, что у вас закончилась питьевая вода. Когда вы находитесь в пределах города, в этом нет ничего страшного, или в пределах населенных пунктов, просто заходите, покупаете и идете дальше. Но если вы где-то в автономном походе, я путем каких-то экспериментов, наверное, вот этого стажа, пока я хожу в походы, выяснил, что на одного человека на день хватает. То есть должно быть минимум 4 литра. Это просто попить, покушать, еще раз попить, покушать и так далее. Потому что достаточно жарко бывает. Вода нужна. Нести с собой 4 литра очень сложно. Вот у меня сейчас не 4 литра, а вот, наверное, 0,5 бутылочка, и она уже закончилась. Что делаем в этом случае? Кстати, перед тем, как я перейду к основному, я хочу сказать спасибо подписчикам. Я по статистике вижу, вы смотрите активно мой канал, комментарии, лайки, все это есть. Он продвигается в Ютубе, и нас становится еще больше. Вам огромный респект. И не забудьте сейчас поставить, кстати, лайк. Спасибо. Погнали дальше. Итак, есть пустая бутылка, есть водоем рядом со мной. Что будем делать? Как вы догадались, друзья, речь сегодня пойдет о фильтрах для воды. Вот конкретно вот это вот, это Miniwell. Я его покупал на AliExpress, ссылочка будет в описании. Покупал вот сам фильтр и две вот таких вот полиэтиленовых, пластиковых фирменных бутылочки, скорее пакета, на которые, кстати, можно накручивать этот фильтр. В моей голове, между прочим, с первого раза не уложилось, зачем нужны эти пакеты. Если использовать их под грязную воду, ну, то есть еще под неотфильтрованную, то получается мы этот пакетик будем использовать несколько раз, и там будут накапливаться всякие вот эти вот, ну, какой-то налет от грязной воды. Соответственно, нужно будет как-то их мыть, эти пакеты. Я еще пока это не придумал, но в чем удобство именно этих пакетов? Если мы берем вот такую вот пластиковую бутылку, я вот сейчас вам поближе покажу, то, как видите, я ее уже всю помял. Ну, пока выдавливал воду, я ее просто помял. Здесь же проще выдавливать эту воду из этого пакета. В этом преимущество брать вот с такими вот пакетами. Единственное, что я не знаю, ну, как дальше с ними быть. Как мыть? Расскажите, как мыть вообще? Не понимаю. Так вот, мы с вами получили почти пол-литра. Ну, если бы я дожал нормально пол-литра чистенькой воды. Сейчас пить я ее не рискну, потому что я уверен, что все механические частички оттуда убраны. То есть никакой мути, слизи, зеленки, потому что вода цветет, здесь нет. Но я не уверен насчет всяких палочек, бактерий и так далее и тому подобное. Поэтому мы с вами, конечно же, что сделаем? Возьмем газ. Возьмем горелку. У меня на этот случай маленькая горелочка, весит 100 грамм. Готово. Ну и все, и ждем, пока закипит. Пока ждем, что можно сделать? Полюбоваться природой, великолепными пейзажами, я вам их сейчас покажу. Здесь, конечно, достаточно людное место, но очень теплая вода. Есть где, есть уединенные пляжи, где можно немножко отдохнуть.
Друзья, наш с вами чай готов. Так. А. Все-таки есть эта полоска. И у нас с вами есть кружка прекрасного, горячего, чистого, пригодного для употребления чая. Либо что там внутри, может быть гречка, макароны, да все что угодно. Горячий ужас. Если вам нужна попрохладнее вода, соответственно, что нужно делать? Остудить. Остудить, потом перелить в бутылку. Ни в коем случае не наливайте горячую воду в пластиковую бутылку. В термос можно. В термос можно, в пластиковую бутылку нет. Я пробовал, ни к чему хорошему это не приводит. Если у вас был опыт использования этого фильтра, подскажите, пожалуйста, насколько его хватает, потому что я всего лишь пару, наверное, литра 4 воды через него прогнал. Естественно, он очищает великолепно. Я точно знаю то, что можно почистить в случае, если он забьется, этот фильтр. Как почистить? Мне почему-то кажется, что это просто. Ну, прогнать воду в обратном направлении. Сюда подключается шланг. Самый простой способ, наверное, подключить его к крану и просто прогнать напором. Если вы не поставили до сих пор еще лайк, то чего вы ждете? Мы уже почти закончили. Хотел бы еще раз поблагодарить своих подписчиков за лайки, комментарии, за то, что нас становится больше. Пожелать всем хороших походов, отличного настроения. И, пожалуйста, ребят, забирайте мусор с собой. Я вот нашел прекрасный пейзаж, но я сейчас поверну немножко камеру, вы увидите, что вокруг меня находится. Это так, напоследок. Кому не интересно, можете не досматривать. Вот такой вот прям... Вы же принесли это сюда. В чем сложность забрать это обратно? Расскажите мне, в чем сложность? Я с вами прощаюсь. С вами был Сергей Курышев. Ходите в походы, ездите в кемпинге. Очень рад, что нас становится больше. Но, пожалуйста, забирайте мусор. Я вот не знаю, как я это сейчас потащу наверх, но пакетик точно захвачу. Пока. Да, и кто пьет чай, приятного аппетита.